Здравствуйте, дорогие наши и любимые телезрители. Нет, и как же нам все же любят вешать лапшу на уши. Ну вот как любят. И главное, с каким умным видом. Ну вот сами повспоминайте. Сколько уже лет нам каждое лето вешают фишку про глобальное потепление, которое автоматически осенью переходит в глобальное похолодание. Ну так это миф или правда? Лапша или реальность? Вот елки-палки, ученые аж на куски рвутся ором, оря в журналах и СМИ, что корова напукали метаном. И все, теперь бегите, спасайтесь от озоновых дыр. Интересно, а когда до появления человека с ружьем в Америке бегали миллионные стада бизонов, тех же коров, в сущности, озоновые дыры индейцам не мешали, не? Или индейцы просто недопетривали на коров, ну простите, на бизонов всех идиотов списать? А эти несчастные спреи совместно с холодильниками, которые дефреоном всю планету загадили, ну так вы не разбрасываете их на улицах, ничего и не будет. И те же ученые тихо замалчивают, что один завалящий вулканчик за один крохотный выхлоп может столько метана, дымов со всевозможными канцерогенными содержимыми в атмосферу запустить, что ни один, самый противный завод за 10 лет не сможет. А вот уж сколько Черное море сероводорода и прочей дряни из себя выпукивает ритмично. Ой! Знаете что, господа хорошие, оставьте в покое миф о потеплении. Хоть локальном, хоть глобальном. Не воображайте себя могучей природы. Иначе, пока вы нас очередным витком потепления пугаете, мол, смотрите, смотрите, Антарктида на метр подтаяла. Вам на голову бац, и заявится очередное глобальное похолодание. И учтите, у природы все по плану. Это у наших ученых никаких планов нету. А если есть, то как нам побольше лапши на уши навешать? А реально, вам никто не скажет, что та же Антарктида каждый год к лету подтаивает, а к зиме снова метр на полтора прирастает льдами. Нормально это. Не выдумка и не миф. Каждый год так. Глобальные потепления и похолодания природа устраивает регулярно, и ей в этом помощь не требуется. Захочет и устроит. Даже если мы всем коровам задницы заткнем, чтоб не пукали, не поможет. Так что вешайте лапшу кому более доверчивому, а нам и так хорошо. Так что всем пока, приходите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до новых встреч!